Всем привет! Александр из города Зеленограда, Москва. В этом видео обучающий урок, пошаговая инструкция о том, как для жителей города Химки Московской области оплачивать коммунальные услуги, не выходя из дома. Не нужно стоять в очередях и тратить свое время. Если вам видео понравится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все, смотрим видео. Заходите на сайт Сбербанк Онлайн в раздел «Платежи и переводы». Далее здесь вводите «Чистый город». Найти. Тут два чистых города выходят в Москве. Нам нужен вот этот первый чистый город с расчетным счетом, оканчивающимся на 11.62. Банковские реквизиты можете сравнить на сайте rkc-himki.rf. Раздел «Бланк оплаты». Здесь ИНН, лицевой счет, БИК, все совпадает. Выбирайте чистый город. Выбираете, откуда производить оплату. И назначение платежа. Квартплата за апрель. Продолжить. На всякий случай можете сравнить ИНН, счет, БИК и КОР-счет. Все совпадает с банком оплаты. Все должно совпадать. Здесь вводите сумму. По какой-то причине сумма автоматически не высвечивается, какая. Поэтому вы должны знать, какая сумма у вас. После введения суммы продолжить. И подтвердить по СМС. По СМС приходит пароль. Вводите здесь СМС-пароль. И подтвердить. Операция успешно выполнена. Пришла смс о подтверждении платежа. Теперь можно распечатать чек. Печать чека выбираете. Печатаете чек. Таким образом вы можете платить квартплату, не выходя из дома. Очень удобно и просто. Не надо тратить время в очереди, стоять и ждать. Если вам видео помогло, ставьте палец вверх, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал. До свидания, счастливо!